1 километр 200 метров дороги по улице Мервинской к сегодняшнему дню преобразились. Дополнительно был заасфальтирован участок в направлении Мервинского кладбища. Этот участок отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Муниципальный контракт по этому участку стал последним завершенным в этом году. Подрядчик выполнил ремонт в соответствии с проектом в установленные сроки. Средства выделили в сентябре, ноябрь ушел на проектирование. Сами работы выполнялись в течение последнего месяца. Хорошо, что нам дала это сделать погода, очередная с европейской зима, плюс совместная организация работы. Работали практически 24/7. То есть здесь виден общий труд как кураторов от управления благоустройства города, дирекции благоустройства города, до подрядных организаций. То есть мои прорабы работали в тесном контакте с управлением, поэтому своевременно решались все вопросы. Представители управления благоустройства, подрядной организации, депутатского корпуса и представители местных жителей сегодня приняли участие в приемке автодороги. Общественники явно остались довольны. Я очень люблю Мервино и очень болею за проблемы жителей. Вот то, что эта дорога построена, это просто гротеск. Я считаю, особенно старшему поколению, эти тротуары. Много-много лет мечтали люди об этом. Сейчас глаз радуется. И спасибо и всем строителям, и благоустройству города. В рамках работ заменили дорожное полотно, уложили бордюрный камень, отремонтировали съезды, подъездные карманы к остановкам, выполнили ремонт старого и устройство нового тротуаров. Кроме того, установлены дорожные знаки, нанесена разметка, пешеходные переходы оборудованы светофорами. Установили 5 новых остановочных павильонов. На участке появились 2 экопарковки. Все в рамках требований нацпроекта и максимально комфортно для граждан на данном объекте у нас учтено и исполнено. То есть мы смогли обнаружить из замечаний то, что подрядчик немножко не успел на остановочных павильонах доставить облицовку. Это будет оргстекло золотистого цвета, и будет на козырьке надпись каждой конкретной остановки, чтобы ее удобнее было опознавать. По словам подрядчика, все замечания и предложения жителей улицы прорабатывались в процессе ремонта. В ходе приемки представители управления благоустройства попросили подрядчика оперативно завершить облицовку остановок. Работы будут завершены на этой неделе. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».